Какая же погода будет завтра? Это электролиния, электричество Потеряевку. Это яма, глину берем, чтобы скотина не упала, окружена. Высоко в небе виден крест. Это там, где молились. Выискиваю, где находится у нас. Вот по кресту видно костер. И рядом с лагерем. Крест. Это там, где столовая. Красота. Тишина. Облака. И дальше как горы навороченные, облака такие. Отсвет. Рядом шалаш, дверь открыта, на 30 человек шалаш, спать могут здесь, от дождя скрыться. В лагере пристала глушковская кошка или ща. Удивительная осень, золотая действительно. Тополя облетели, а березы все еще в листьях.